который идет за лидером. Ух, там опять обломки разлетаются в разные стороны. Снова был контакт между машинами. Только пока непонятно, между кем именно. 27-й номер сворачивает здесь дорожки. Это Джеймс Хинчлиф. Канадец из команды Андретти. Завершает борьбу. И что, снова желтые флаги? Или на этот раз обойдемся без них? Бросает их назад. Паура и Монтой. Смотрим, что здесь произошло там позади. Такое даже ощущение, знаете, что контакта-то и не было, а просто обломки какие-то уже лежали на трассе. Или же просто что-то отлетело от машины Джеймса Хинчлифа, потому что он вот здесь остановился. И просто-напросто съехал. Ох, и посмотрите здесь. Джеймс Хинчлиф на носилках, его доставляет в медицинский центр. Понятная ситуация, потому что аварии-то никакой не было. Может быть, вот один из обломков попал в шлем Джеймса Хинчлифа и как раз получил вот такой вот удар, такую контузию, но и остановился.